Нелегальное казино закрыли полицейские в Екатеринбурге. Игорное заведение, выручка которого составляла до 1 000 000 рублей в день, работало в частном двухэтажном особняке на улице Автономных Республик. Каждый день, по подсчетам оперативников, в казино приходили до 50 000 азартных горожан. Заправляла бизнесом женщина, муж которой отбывает наказание. Обслуживали их операторы игровых автоматов, крупье, кассиры и администраторы. Всех вместе с хозяйкой задержали. Вывезли из казино 17 одноруких бандитов, 7 покерных столов и стол для игры в рулетку, а также почти 300 000 рублей выручки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.